Итак, второй день начался. Сейчас около, по-моему, уже 12 часов дня. Ну или 11:30. Да, ну, близко к 12. Я тут как бы так повалялся немножко дома в отеле. Потом вышел, вот узнал все, как мне ехать в аэропорт. Что да как. В общем, все понятно. Денежку поменял. Сейчас мы идем опять же гулять. По планам, наверное, буду идти просто прямо, куда глаза глядят. Вот какой-то первый фонтан. Надо туда подойти, наверное, как-то заснять это дело. В общем, сложно, кстати, непонятно, как это вообще здесь. Здесь вот круговое это движение. Но никаких как бы ни линий, ни разметок нету. Народ просто едет. Поэтому я просто перехожу. Надеюсь, что меня не задавят. Ну что, денежку бросают сюда? Есть одна копейка. Ну, как бы отсюда вид. Не будем мешать человеку. А мы идем как-то вот туда.